Для Европы достройка Северного потока-2 означает то, что Европа получит стабильную поставку газа, не зависящую от политических конъюнктур в странах, находящихся сегодня на пути транспортировки газа классической. То есть в первую очередь это риски Украины, Польши, Прибалтики. То есть наличие в данном случае Северного потока-2 позволит именно странам старой Европы получить гарантированную стабильную поставку газа и не зависеть от изменения политических настроений, а в некоторых случаях от прямого воздействия Соединенных Штатов на правительство стран, потому что не секрет, что Соединенные Штаты сегодня заинтересованы в том, чтобы перевести часть стран европейских на свой сжиженный газ, который поставляется из Соединенных Штатов. И поэтому достаточно часто, особенно в зимний период времени, возникают проблемы. То есть это конфликты с Украиной по поставкам и транзиту газа, это конфликты с Прибалтикой по поставке и транзиту газа. То есть поэтому для Европы это стабилизация ситуации и уход от политических рисков.